посмотри, как оно тянется. Боже, что ли. Голосуем сами за себя. Are you ready? Супер. Девочки, Андреас вас опережает. Ну, давайте уже. Ну, вы развернулись, а мы давайте. Окей. Девушки, разворачиваемся. Да. Ага. Обратно, то есть снова. Так. Итак, номер 31, 37, 147. Шаг вперед, развернулись ко мне. Что к чему сложить, мы разберемся. Развернулись. Я приложила еще свой голос. 37. Лучшая кошка среди юниоров. Остальные с поощрительными призами. До следующего конкурса. Вход. И ждем выбор котов. Коты. Остается одна кошка. Коты, юниоры. 9-й перс, 88 бенгал, 105-й корниш, 110 деван, 137 страйк, 171 сфинкс, 59 корниш. Ой, какая шиншина, это чем это? Хочу. Совсем хочу. Что ищем? Девочки, в этот для ручек. Да. As usual. Конечно, у вас вредная работа. Я вам вечерком молока налью за вредность. Это уже подробности. Из интересу. Все? Все готовы? Алло, гараж. Готовы? Разворачиваемся. Господа эксперты, я вас уволю нафиг. О, слава богу. Большинством голосов. Номер 110. Кто из вас 110? Ура! Я за вас болела. Все с поощрительными призами. Ушли, унося мое сердце. Кот и кошка. Мама, это кошка. Да. Мама, это кошка.
Это посмотри, сколько их здесь. Слушайте, ну что очевидное, ну, девки. Я скажу, я не сказала. Так, кто бы сомневался. Номер 37. Быстро позиция. Скажу от себя. Если бы вы лучше подготовили кошку, куда бы скачешь, я еще ничего не сказала. Сейчас скажу диск, и все. 110. Лучший юниор выставки. Посмотрите, пожалуйста, на голову этого Девонекса. Вот это то, что любому заводчику Девона снится ночами. Можно говорить о шерсти, можно еще о чем-то. Дайте плюну на шерсть. Извините. Ну, отрастете, неважно. Но линии головы... Ой, а можно вы голову нам оставите? Не хотите? Ну ладно, тише. Так, с котятами приедете. Все, мы с юниорами разобрались, пошли по-взрослому. ВЦФ у нас имеет свои правила. Умом их иногда не понять, потому что объединенные группы, ну, как для меня это не совсем логично, но бог с ними. Когда мы будем сами писать правила, тогда напишем, что хотим мы. Итак, мы сравниваем кошки 166 и 178 тайскую и сфинкса. Обойдешь? Потому что сиамы, ориенталы и сфинксы теперь в одной группе. Я не понимаю, чем нужно было руководствоваться, но это уже мои проблемы. Вы тоже не понимаете? Ну, видите, я думала, это кто-то не спал, мы-то спали. Да. Так, на разворот, говорят. Шоу-пейс. Ха. Большинством голосов 166. Лучший кот в этой объединенной группе. Лучшая кошка, извините. К котам дойдем. 166, 178. Не верьте, вы лучшие. То есть вы оба лучшие, но правила такие. Коты 167 Девон и 175 Сфинкс. А, Дончак, извините. Благодаря спектру участников у нас в конечном итоге сравнение получается логичное. Два сфинкса. Просто они по типу разные, Канат и Дончак. Ну, это уже другое дело. Вы долго мяукать перед котами будете? Скажите уже. Отлично. И даже единогласно. 175-й. Лучший кот в этой объединенной группе, который сейчас сравнивается с тайской кошкой. 166. Господа, готовы? Окей. Большинством голосов 175. Выстопозит секс, вы еще и благородные. А 166, сколько вы будете всех рвать на куски, лучшее животное в этой объединенной группе. 166. Победитель группы. Кот уходит с поощрительным призом. Идем по коробке.
Кошки. 73 апельсин, 113 экзот, 153 страйт, 119 русская и 117 курил. Да. Я курила. Так, ловить кишку, а то кому-то достанется вместе с призом. Абиссин, 113 экзот есть, 153 страйт, 119 русская голубая. Развернулись. Господа эксперты, я вам сегодня вот молоко за вредность и все. Еще раз. Вот, уволю. Опять, три из трех. Номер 113. Не надо мне давайте, давайте без давайте. Хорошо, большинством голосов. Номер 113. Лучшая кошка в короткошерстной группе. 113, подняли кошечку. Отлично. Да. А? Да. Да, да. Мальчики. 82 бенгал, 95 британец, 131 скоттиш. 134 скотиш. 4. Раз, два. 131, 95. 82 бенгал и 134 скотиш. 82 бенгал. 134 скотиш. Есть? Бенгал 82. Ага, бенгал уехал. 134 скотиш. 134 скотиш. 134. Раз. 134. Два. 134. Вычеркнули. Все. Развернулись. Я вас обожаю. Теперь 130. Лучший кот в короткошерстной группе. 134. 131, извините. И для сравнения, пожалуйста, с кошечкой. Что-то они так друг на друга посмотрели, ребята. А посмотрите, экзот веслоухий. Ой, красота будет. Так. Ой, ну спасибо хоть за это. 131. Беста позиция. 113. Лучшее короткошерстное животное выставки. 100 длинношерстные. Я понимаю, что нельзя быть оппортунистом по отношению
Правильно. Но я... Кошки. Пятая персидская, 14 страйк, 67 сибирская, 61 рэгдолл, 52 мейкон. 5. Так, кого нет, ребятки? Кто пятый? Пятая, 14, 67, 61, 52. 52. Прибежали? Отлично. Да. Говорят, уже все. Большинством голосов. Номер 14. Лучшая кошка в объединенной полудлинной и персидской группе. Номер 14. Длинношерстная страйк. Коты. Третий перс. 22 мейн-кун. 60. Это... 60 манчкин и 68 сибиряк. Третий перс. Ну какая же у вас жесткая конкуренция, боже, я сочувствую своим экспертам. Следующий раз на выставку с подъемным краном. Мичу? Да? Ну давайте, расступляйтесь, девки. Разворачивайтесь. Любоваться за деньги, пожалуйста. Единогласно. Номер 68. Лучший год полудлинной персидской группе. Мачкин. Ну, извини. Но вот, ему ж не откажешь. Перс. Ты бомбовый. Мейн-кун. Изумительный. Ну, сибиряк всех порвал. Итак. Пожалуйста, на сравнение 14 и 68. Ну как? Пацан, ты не в Сибири, веди себя прилично. Все? Говорят, давно готовы. Ну, слава Богу. О, не рисовать сердца моим котам. Номер 14. Позиция 68. Лучший кот в полудлинной группе. А сколько он здесь? Да. А теперь победители групп, пожалуйста. Тайская кошка, экзотка и сибиряк. И не просто без, а раз, два, три.